Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас еще один заказ по четвертому каталогу Faberlic. Очень интересный, там будет белье, первый раз я его заказала, одежда. Так что давайте скорее начинать. Распаковки сегодня не будет, так как распаковала все на пункте выдачи, так как была одежда, белье, да, нужно было все прикинуть, буду ли делать возврат там и так далее, да, поэтому все переложила в пакет. И сейчас буду вам показывать. Давайте начнем с баночек. Так, первое, три мочалки. Вот таких вот лаймовый сорбет. А в прошлый заказ не было их на складе. Сейчас, слава богу, были. Быстро появились, кстати, у нас на центральном складе. Буквально за день, за два ассортимент обновляется. Это замечательно. Это заказ моей соседки, и они тоже очень понравились. И я их оценила. И представляете, девчонки, у меня еще не измылилось. Уже два каталога прошло. Не измылились вот эти шарики у ребенка, да. Она, ну, через день где-то моется с этой мочалкой, они еще не измылились. Они уже маленькие, но пока еще есть. Мочалка пенится, как бы все нормально. То, что развязываются, они мы подвязали. Как бы я развязала вот эту веревочку, вот эту ленточку, да. Я вам в сюжетах показывала, подвязала, как бы все нормально. Поэтому нареканий нет. Артикул 910-111 лаймовый сорбет. Действительно пахнет лаймом, ярко выражен. Аромат прям такой яркий, классный, супер. 221 рубль мочалки выходят со скидкой. Я считаю, что это нормальная цена для мочалки с гелем для душа. То есть 2 месяца уже мылится ей ребенок без использования геля для душа. Я считаю, что это нормальная цена абсолютно. Не знаю, для тех, кто говорит дорого и цена ей 50 рублей. Нет, девчонки, посчитайте, сколько за 2 месяца вы истратите гели для душа. У меня ребенок его тратит, наверное, бутылку за 3 раза точно. Вот, поэтому это выгодно. Вот такие три мочалочки. Так, это заказ моей соседки. И еще она заказала средство для чистки духовок и плит. Оно ей нравится, она его любит. Вот так оно выглядит. Артикул 111-19, я тоже его люблю, это самая, наверное, тяжелая артиллерия, мощная в компании Faberlic, действительно справляется с застарелыми пятнами, можно хорошо очистить и микроволновку, и духовку, и обратную сторону сковороды, да, немножко придется повозиться, я вам уже говорила, допустим, если в этом плане у меня ГРАС вот как-то помощнее, ГРАС антижир, да, он как-то помощнее, побыстрее, но там химия, нужно понимать и расставлять для себя приоритеты, что вам важнее, средства серии Дом Faberlic, они более безопасны, ГРАС, они немножко... Не немножко, они гораздо агрессивнее. И, конечно, работая в перчатках, об этом тоже не надо забывать. Я, например, всегда забываю и мучаюсь потом сухой кутикулой. Да? Средство классное, самое мощное из чистящих средств Faberlic. То есть можно его брать для всего. Очень круто справляется с любыми загрязнениями. Ну и дальше, девчонки, заказала я целый арсенал гелей для душа, которые мне очень понравились по аромату. Взяла в запас 2 с нарциссом и 2 с ландышем. Ландыш это просто, это какая-то невероятная любовь. И нарцисс тоже использую как пену для ванны и даже для ребенка. Мне не сушит, девчонки, кожу. То есть все нормально. Артикул ландыша у нас 26-39. Невероятно крутой аромат. Когда набираю ванну с пеной и добавляю вот этот гель для душа, аромат ландыша по всей квартире очень вкусный. Освежающий, зелененький, весенний, потрясающий. Молодцы, Faberlic. Прошлые года мне не нравились совершенно. У них вот эти вот лимитки. И вообще гели для душа, потому что не совпадал аромат с заявленным, да? Сейчас делают классно. Действительно ландыш. И здесь действительно нарцисс. Действительно нарцисс, который тоже безумно круто пахнет. По всей квартире тоже сразу аромат. Тоже весенний, зелененький. Прям нарцисс-нарцисс. Класс, супер. Вот я прям эти 2 геля для душа советую, рекомендую. Получите истинное удовольствие от принятия ванны или душа. 26-38, девчонки, нарцисс. И я взяла в запас. И, скорее всего, там на 20 тысяч где-то, да, наверное, будем с вами разыгрывать еще бьюти-бокс. И вот парочку вот этих или один какой-нибудь из них пойдет тоже в бьюти-бокс. Поэтому набрала. Цена смешная, аромат потрясающий и качество тоже вполне. Так, взяла себе крем-мыло питательное с миндалем. На кухню поставить, ручки мыть. Уже беру 100-й раз, наверное, его. Очень нравится. Не сушит руки. Пахнет обалденно, действительно, миндалем. Одушка потрясающая. Тоже, когда моешь руки, прям на всю кухню аромат миндаля. Очень вкусно пахнет, мне нравится. Именно вот этот аромат больше всего. На 2-м месте, наверное, кокос у меня. Артикул 86-37. Потрясающее мыло. Дальше, девчонки, что у меня дальше? Дальше я взяла себе точилку. Так как в прошлом заказе у нас с вами были новые карандаши, они мне очень понравились. В предыдущем видео макияж мы с вами делали, я говорила, что буду брать точилку, да, для этих карандашков, показала вам их в действии. Классные карандаши, новые в линейке Glam Team, да, и взяла точилочку. Вот она такая вот обычная, для большого карандашка, для маленького. Сейчас я вас по цене сориентирую. Сколько она у нас стоит? Так, точилка. Где ты, дорогая? 96 рублей со скидкой, 129 без.
Так, код ее девчонки, артикул 9207. Сейчас откроем. Так как карандаши эти нужно точить. Точилки у меня в основном все такие школьные, у дочери, а такой вот своей нету. Поэтому взяла. Да. Ну, вот обычная такая точилка. Хорошо, что она с крышкой, и мусор у нас никуда не будет сыпаться. То есть мы поточили, открыли ее, все это дело в мусорку высыпали, да, и закрыли обратно. Удобно. Подставочка такая еще антискользящая. Смотрите, как продумано все, да, такие вот пупырки здесь. Вот, теперь у меня есть точилка. Хорошо. Так, теперь все. Осталась у нас, наверное, с вами одна одежда. С чего начнем? А, давайте начнем с трусиков. Взяла ребенку вот такие трусики. Так, набор трусов «Волшебный единорог» 3 штуки. А, я вам скажу так, что это, в принципе, не бюджетно. То есть со скидкой 479 рублей разделить на 3 по 150, по 160 рублей у нас пара трусиков. Можно там и фикси взять по 50, по 100 рублей еще где-то. Но не то, не то все равно. Мне очень хотелось проверить качество Фаберлик и сравнить. Как-то не носится, и резинка быстро там приходит в негодность на трусиках такой ценовой категории, да, 50-100 рублей, да. Но здесь, получается, вот каждый трусы 160 рублей где-то, да, выходит приблизительно у нас с вами. Так, артикул трусиков. Ну, где вы? Только что вас видела, милые, дорогие. Артикул, да. 510-066. Волшебный единорог. Вот такие они прелестные, в зип-пакетике. А какой размер я взяла? 146-152. Хотя у нас рост это еще и 130 нету. Но я не люблю, девчонки, ни на себе, ни на ребенке, чтобы вот на белье был какой-то дискомфорт. Пусть они лучше будут побольше. Вот такие миленькие. Тут бумажка еще внутри, по-моему. А, нет, это... Вот эта штучка, как она правильно называется, девчонки, видите, проклеена, да? Гигиеническая защита. До тех пор, пока не будет уверен, что изделие вам подходит. То есть их можно отправить и на возврат. Вот такие вот трусики. Смотрите, очень миленькие. Я вам сейчас покажу поближе все. Одни с мороженкой. Так, другие у нас с единорожкой. Такая прелесть, голубенькие. Слушай, ну по качеству все классно на самом деле. Вообще, прям, я бы сказала, идеально. Тут сзади, кстати, вот есть написано Фаберлик, чего-то там, чего-то. Нет, качество классное. Конечно, фикс прайс такие трусы не купишь. За 50 рублей. И другие беленькие с розовыми резиночками, да? С бантиком тоже, с единорожкой. Сейчас покажу вам поближе. Вместе с береточкой. Так, беретка. Я взяла дочери беретку. Сейчас осталось найти от нее пакет, потому что мы сразу на пункте выдачи ее, естественно, надели и пошли в ней. Так, вот пакет. Беретка, девчонки. Вот такая вот. Красивая, безумно красивая. Покажу вам, как сидит. Артикул 552-77. Берет с помпоном для девочки. Розовый размер 51-54. Но она вообще в одном размере на сайте. Так, 100% акрил. Вот. Да, все, больше тут ничего стирать при 30 градусах. Беретка классная, девчонки. Мне кажется, она и мне налезет. Но я не буду сейчас, конечно, себе ее на голову напяливать. Но можно и померить, в принципе. Ой. Я все тоже просто такой хотела, но побольше, конечно. Беретка классная. Очень мягкая. Помпон вообще, девчонки. Как натуральный. По цене... Угу. 479 рублей со скидкой. Без скидки 599. Нормальная цена. Потому что безумно приятный материал, безумно мягкая. Прям очень понравилось и мне, и дочери. Очень мягкий помпон, такой добротный, на самом деле. Вообще классная. Вот сейчас на раннюю весну вполне себе нормально в такой ходить. Очень мягенько. Их качество тоже никаких нареканий вообще, девчонки, нет. Смотрите, вот по трусикам. Голубенькие. Как все выглядит, как все прошито, вам показываю, да? Внутри. Сейчас вывернем с вами. Так, вот тут что-то у нас написано, да? Фаберлик, Мэджик, что-то, Мэджик, что-то, Герл. Да? Вот это место вот с наклеечкой. Гигиеническая защита. Качественно, качественно. Вот швы как обработаны все, да? Так, вот они беленькие с розовеньким. Вот такие симпатюшные. И желтенькие. С мороженками. Просто прелесть. Вот как выглядит пачка. Мне кажется, так на подарок кому-то можно взять. Вообще здорово. Фаберлик Гёрл. Вот вся информация. Так.
95 хлопок, 5 эластан. Ага. Вот кому интересно. Так, и береточка. Просто прелестная, потрясающая береточка. Вот информация. Артикул. Вот сама береточка. Смотрите, какой качественный, классный помпон. Вообще супер, мне очень нравится. Такой прям пушистый, мягенький. И сам материал очень мягкий. Вообще супер. Смотрите. Сейчас мы померим, тоже обязательно вам покажем все. Мне понравилась очень беретка, классная, вообще супер. Швы. Все как бы отлично. Такая вот прелесть. Так выглядит шапочка. Она немножко светлее, чем на сайте, да? Ну-ка, бочком, котен. Бочком. Вот береточка, видите? Очень мягкий помпончик, прям вообще прелесть. Вот так она смотрится. То есть, мне кажется, она подойдет на возраст. Тут она свободна нам, да? Нам 7,5 лет. Так, хорошо сидит. То есть, она в процессе носки, ушки не открываются, ничего, все нормально. Мы в ней шли сейчас с пункта выдачи, да. Вот, все прекрасно как бы. Очень миленькая такая, классная, прям вот смотрится. Ну-ка, котен, еще бочком и задом повернись. Смотрится прям здорово вообще. Мне понравилась классная береточка. Я бы себе такую взяла, если честно. Очень мягенько сидит, удобно. Вот на возраст, наверное... Да, мне кажется, лет до 12 точно она будет в самый раз. Ну-ка, голова, повернись передом теперь. Голова-то не так сильно растет, да, видите, вот мягенькая. И вот как бы не туго, все прекрасно. Так, ну и дальше. Что осталось дальше? Осталось белье, девчонки, белье. Почему-то вот написано трусики Флоранж, а бюстгальтер Фаберлик. Хотя они из одной серии. Я просто когда забирала на пункте выдачи, мне, ну, мой директор, она же владелец, да, она сказала мне, что это Фаберлик белье, а не Флоранж. Да, почему-то на трусиках написано Флоранж. В общем, я сейчас все вам покажу. Я уже из пакетов тоже достала, померила. Первый раз я заказывала белье Фаберлик. И сейчас расскажу вам свои впечатления и по размеру, и что да как. Так, девчонки, смотрите. Это у нас, да, вот Флоранж, видите? Трусы слип из завышенной талии, Мишель, цвет пыльная роза, размер XXL, XXXL, 3X. Артикул 502-104, производство Китай. По-моему, Флоранж у нас производство Китай, а Фаберлик белье, оно, по-моему, Италия, если я не ошибаюсь. Смотрите, вот как они выглядят сами. Мне очень понравился просто цвет. Цвет красивый, потрясающий, просто Флоранж, да, этикеточка. Вот и здесь еще этикеточка. Чпок. Вот тут у нас информация по составу. 79 полиамид, 17 эластан, 4 хлопок. Да, 4 хлопок. По размерной сетке. Да, 3XL. Решила я взять и слегка, девчонки, погорячилась. Вот как тоже здесь наклеечка вот эта вот наклеена, да, гигиеническая. Вот как они выглядят. Здесь красиво очень отделано кружевом. Мне прям понравилось. По качеству тоже я пока косяков никаких не нужна. Смотрите, какая отделка. Красиво. Мне понравилось на самом деле. Так, сейчас целиком, как они выглядят, вам покажу. Вот. Вот целиком, как они выглядят. А по швам вообще никаких нареканий. Пошито все изумительно. Пошито все прекрасно. К швам ничего, вообще никаких нареканий. Здорово, замечательно, прям все супер. Сзади, сейчас покажу. Ну, сзади просто вот они такие вот, да? И смотрите, девчонки, так, трусы слип из завышенной талии, 502-104 артикул, да, со скидкой 559 рублей. Без скидки 799 рублей, да? Трусы за 560 рублей. Как бы, да, я готова была уже заплатить такую цену за трусы с бюстгальтером, потому что мне стало интересно. Многие очень хвалят белье Флоранж по качеству и так далее, по носке, по удобству. Поэтому, да, я согласна с качеством. В обычных магазинах, опять же, можно купить и дешевле, да, не то качество, не то. Не то совершенно нет, здесь видно, мне нравится. Мне все нравится, меня как бы все устраивает в ценовой политике. Так. По размеру теперь, девчонки, взяла вот этот вот 3XL, потому что привыкла, что когда приходишь в обычные магазины, хотя тоже производство Китай, да, но хочу сказать, берите согласно размерной сетке своей. Молодцы, вот в плане размерной сетки Фаберлик, да, у них все идет размер в размер.
привыкла к ивановскому трикотажу и к магазинам обычным, что там вот даже 3XL, если возьмешь, они будут максимум на 48-й, да, у меня 52-й размер мой. Поэтому решила взять с запасом. И они, да, мне можно брать 2XL и, может быть, даже просто XL. Они высокие, по посадке высокие, то есть до талии, все, это вот такое вот удобное белье. То есть я теперь для себя поняла, слава богу, что Фаберлик мне надо брать меньше. Но здесь как бы тоже не критично, я не знаю, я, скорее всего, не буду делать возвраты, я оставлю их, потому что, ну, удобно. Они не висят, прям, ну, смотрится все равно гармонично, все хорошо. Они удобные такие высокие трусы, да. Но на 52 размер и обхваты, сейчас скажу вам свои, у меня 115, наверное, сейчас грудь, талия 91 и бедра 114, вот так где-то. По обхватам, да, и размер я ношу 52, ну, смотря опять что, если вот ивановский трикотаж, то я и 58 там могу заказать, а так вот нормальные российские 52-54 максимум у меня, вот, так что вот, по размеру, да, великоваты, но смотрится нормально, все равно, скорее всего, возвращать не буду, но я теперь знаю, что мне можно брать и XL, и XXL трусики. Дальше бюстгальтер, девчонки. Так, бюстгальтер, это спейсер. Это очень удобный бюстгальтер. Кто не знает, девчонки, вот именно Spacer. Spacer Essential с кружевом, цвет пыльная роза, размер 95D. И здесь уже почему-то Фаберлик, не Флоранж. Смотрите, вот трусики Флоранж, тоже пыльная роза. А бюстгальтер, ну я их отдельно выбирала, не комплектом, да? А бюстгальтер у нас уже Фаберлик. И как мне сказала тоже мой наставник, мой директор, да, она... говорит, что вот белье Фаберлик именно, оно немножечко большемерит, а белье Флоранж, оно немножко поменьше, да. Тоже цвет пыльной розы 95D, тоже вот взяла опять побольше, хотя у меня далеко не D, да, но вот подумала тоже, производство почему-то не указано, да. Фаберлик, по-моему, Италия, мне сказал мой директор, а Флоранж Китай. Артикул 895-125, модель пыльная роза, 85 полиамид, 15 эластан. Кружево. Так, пакетик убираем. И вот как выглядит бюстгальтер. Вот эти спейсеры, спейсер, да, правильно я называю, да, спейсер, они очень удобные на самом деле. В них можно даже спортом заниматься. Здесь широкая, вот это у нас вот лямочка, да, кружево, косточка, это с косточкой бюстгальтер. Здесь такая розочка и вот эта вот штучка золотая. Что здесь написано, девчонки, я не вижу. А что там у нас написано? Здесь даже стразик какой-то. Story de Amore, да? Как средство для интимной гигиены у нас. Серия, да, вот это. Так, вот какая чашечка. Чашечка мне, конечно, великовата оказалась. Не знаю пока, буду делать возврат или нет. Скорее всего, нет, потому что смотрится тоже нормально. Я, может быть, что-нибудь подпридумаю с ней. Не знаю, посмотрю. Не хочется мне с возвратами с этими возиться. И мне в целом понравилось. По объему 95. Я тоже поняла, что мне можно брать 85, но в идеале, конечно, бы я взяла такой, девчонки, 90C, чтобы было комфортно, нигде не давило, чтобы выглядело красиво, как бы, да, тоже как-то с возрастом приходишь, но белье должно сидеть на тебе красиво. А здесь я могу застегнуть и на последнюю, да, и все выглядит эстетично, все выглядит нормально. 90C, вот, к сожалению, не было вот этого белья, вот этого бюстгальтера, я бы взяла. Есть только 85C, в принципе, можно на него поменять, и я думаю, будет нормально. Ну, вот смотрите, как он выглядит. Вот здесь такая широкая у нас, это очень тоже комфортно, очень удобно. Швы все, как бы, все замечательно, тоже к этому никаких нареканий нет, Essential. Так, вот этикеточка. Артикул. И все. Вот такая этикеточка. Бретели, вот какие, девчонки, бретели. Все регулируется, как бы. Они пришиты спереди, а сзади уже отстегиваются, да? Вот так вот выглядит бюстгальтер. Мне он, в принципе, очень понравился. Мне и трусики понравились, и бюстгальтер, но я для себя теперь решила, что, конечно, буду брать поменьше. Поменьше размер. Чашечка D мне, конечно, великовата. Я обычно всегда беру С в магазинах. С. Но опять это смотря на какое производство попадешь. Так, по цене. По цене. Бюстгальтер Spacer. 1199, 1200, грубо говоря, да, со скидкой. И 1500 без скидки. Это тоже, в принципе, нормальная цена. Мне понравилось качество. Он очень удобный. Здесь нет никаких внутри, видите, пушапов и так далее. Я специально брала, потому что мне это не нужно. Вот. И она такая очень мягкая, очень эластичная сама чашечка, да? Как бы вот ничего лишнего. Она тянется еще, видите?
достаточно тонкая, но в то же время хорошо держит форму. Я уже примерила, все посмотрела. И, скорее всего, я, конечно, оставлю. Я что-то придумаю немножко с чашечкой. И смотрите, какая чашечка на D высокая. То есть она высокая, действительно высокая, практически доходит до плеч. Ну и там с открытой майкой уже такое белье, допустим, не оденешь. Да, с глубоким вырезом под декольте тоже не оденешь. Но мне сейчас это не нужно, мне сейчас важно как бы удобство. Да, и меня все устраивает. Мне вот этот комплект очень понравился. Я для себя поняла, что вот эти вот спейсеры, они вообще мега удобные. Вам рекомендую к ним тоже присмотреться. Качество классная. На теле просто не ощущаешь это белье, просто не ощущаешь, как будто без белья. Поэтому мне понравилось. Не хочу даже делать возврат. Оставлю с чашечкой, что-то придумаю. Но теперь на будущее я буду знать, что мне надо брать, наверное, 85C, 90C максимум. Вот. Так что, девчонки, бельем я довольна. Довольна, что взяла, попробовала. Могу сказать однозначно, буду брать еще. Белье больше в магазинах покупать желания нет. Буду брать белье Фаберлик. Мне действительно понравилось, меня устроило все, меня устроило качество. Я теперь точно определилась с размером, да, какой мне нужен, теперь знаю. И мне хочется брать вот именно белье Флоранж и итальянское белье Фаберлик. Мне понравилось, на самом деле понравилось. Есть из чего выбрать. Конечно, хочется и новый каталог Флоранж. Вроде обещали, что-то пока нет, не выпускают. Но все равно есть из чего выбрать. Большой размерный ряд, то есть тоже все великолепно, как бы. Я осталась довольна, буду брать еще комплектики, однозначно 100%. Ну, на этом все. Мои хорошие, вот такой у меня был заказ, небольшой, но интересный. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если остались какие-то вопросы, пишите их, с удовольствием с вами пообщаюсь. Всех люблю, целую, всем весеннего настроения и приятных покупок. Пока-пока!